этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Арза, и сегодня мы наконец-то я начинаю хоть какое-то прохождение, хоть что-то, какую-то деятельность на канале. Я сегодня буду проходить мод OGSM 1.8. Вот так вот все это выглядит. Old Good, Stalker мод. Вообще, я когда скачивал, там было написано 1.8. И вот эта вот штучка, это означает, это относится не к Old Good Stalker мод, а к вот это... Короче, это хабар мод, то есть мод на оружие, на все такое. И плюс еще хабар мод тут есть. Так что тут много всего в этой сборке. Ну, на Ютубе много таких прохождений, но сегодня я все-таки подумал и решил записать и свое тоже прохождение. Не знаю, как у меня пойдет, что у меня будет на канале. Может быть, и не будет никакого прохождения. Но сегодня у нас будет первая часть, первая часть будет точно. Так что давайте поговорим с Сидором. Выбирай, как мы с тобой ездим. Вот так. Все у нас тут как обычно. Такая вот зона. Подходи, пообщаемся. Бегут уже, куда глаза глядят. Okay. Ярю. Помогите кто-нибудь. Шустрый нужен. Пробуй мне. Тут из-за дерева выходит пара сталкер. Мужики, я ну, давайте разорвал. Сейчас обыщем стандартные тайнички. Тут у нас вроде бы все есть, ничего особо нового и не добавлено. Оружие убрал. Но я вырезать это не буду. Тут быстро. Сервы. Пойдем сходим за артефактами. Сначала мы возьмем, наверное, антирады. Там уже посмотрим. Кстати, в этом моде увеличен прыжок. Вот видите, как это заметно. Сильно он увеличен. Не знаю, реалистичности, конечно, это не придает. Мне это на самом деле не нравится, но... Но это небольшой минус, в принципе. Он ничего. Никакой игры самой не сделает, так что. Так, убери оружие. Давайте залезем за артефактом. Вот видите, как я перелетаю. Просто вообще. А тут не долетел. Но это не из-за того, что. Прыжок маленький, а из-за того, что я рак. То же самое все. Да что ж такое-то? Сейчас мы залезем. Все. Давайте. Давай мой артефакт. Вот видите, как он. Артефакт. Найти свой первый артефакт задание. Хорошо. Давай, убирайся от надписи. Меня смущает. Теперь сюда. Еще один артефакт. Ну, этот артефакт на самом деле не такой бесполезный. Хотя он и стоит дешевле. Но я не знаю почему. Но видите, он плюс 200 к здоровью. Короче, я думаю, это все знают. Просто я говорю то, что я нашел, показываю. Я тут уже фиг знает сколько сижу и хоть бы хны. Ты ствол-то убери сперва. Просто говорю про то, что тут все то же самое, как и обычно.
процессе хотя нужно вот работать. С хвоста почему-то шерсть облизать не вовремя стало. Врачу, что ли, показаться? Ой-ой-ой, старый сталкерский шут. Вот так, тут у нас кое-что есть. По мелочи. Это у нас пустой, как всегда. Сейчас будет стандартная сцена с вертолетом. Давай, давай, сейчас я тебе помогу. Понятно. Помоги, брат! Спасибо. Посмотрите, Таник, я почему остановился? Вижу, ты дальше же. Я своим в лагере. Снял свой дальше. Снял свой одного ствол, а Сидрюш газ за меня копейки. Короче, хотел дать, но я его нафиг припрятал. Так. Как ты? Давайте. Так, тут у нас все то же самое. Эти ящики я даже бить не буду, потому что там все равно нет ничего. Сталкер. Вот это же интересно. Собакам ты меня делал, нет, ты чё тут? Тут пистолет. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Так. Мужики, тут волк прислал нам подмогу и приказ атаковать. Тут вроде бы все как обычно. Сначала будет неинтересно, но потом. Ладно, я побегу один пока, а имя догонит. Не забываем сохраняться. Что бежал-то так? Ну-ка, давайте глянем. Играем на новички. Все нормально. Один слег. Еще один слег. Еще один слег. Короче, у них хабара много, на самом деле. Можно в первый же день просто разжиться с таким хабаром. Так вот. Получается, что у них у всех тут деглы, многих. Давайте побегаем с диглом. Давайте возьмем дигл. Не дигл? А что это? Вылитый дигл. Это бред. Это же дигл. Батон. Охот сталкер. Батон тут пожать решили.
Где он последний-то? Ну все, крышка тебе! Кореш, не шмаляй в меня! Вот это я мастер про, да? Волк, фабрику зачистили. Выдвигаемся на исходные позиции. Конец связи. Красавцы. Сейчас, подожди. Давайте поговорим еще с этим, может быть. Что, совсем совести нет у этих? За неделю подошве гоплык. Ёлки-палки. Так, знать здесь бы раньше, что столько таскать на себе придется. Патроны, еда. Да. Так, это он мне сказал, если что Клод будет доволен. Да. Давайте еще посмотрим, где у нас есть трупы. Вот труп есть у нас, но мы его обыскали. Так. И тут два трупа. Все. Мы, короче, справились с бандитами, все нормально. Два трупа в самый раз. К чему я сказал, я не знаю. Спасибо, брат. Да, Петруха, даже не знаю, как и благодарить тебя. Хотя, чё я? Нет, чё. Потом их все равно все можно будет продать. Можно. Чем отличается вот это вот от вот этого? То есть это точность. Окей. Давайте их разрядим. Ну-ка. Что у нас лучше? Короче, давайте посмотрим, когда. Так. Что у нас самое дорогое? С этим побегаем. Все, давайте его зарядим. Неплохо так выглядит это оружие в руках. Все, давай, тебе спасибо. Так, можешь работа у него. Я знаю какая, ладно. Теперь бежим на базу новичков, деревню новичков. Так, где мы тут? Рассказывает свою историю. Давайте глянем, может. Короче, давайте посмотрим. Еще кучу хотел. Видите? У форта сколько патронов? Форт, конечно, имеет большое преимущество перед этим всем, но... Может быть, в схроне есть что-то интересное. Кабанчик. Ой-ой-ой. Это что такое? Это он мне типа подкинул? Теперь не осталось никаких сохранений. Ладно, загрузимся на сохранение, которое я играл до этого. То есть, после разборки с бандитами. Там получилось так, что все сталкеры погибли. Я всех их и побрал, и у меня получилось, что у меня уже есть калаш и все такое. Вот видите, какой я. Да, мы живы. Сейчас. Чувствую, что я один всего лишь выжил. Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя. Так, все. Теперь... Зомби. Это я тоже помню. Вот у нас Петруха, но они потом возродятся. Все это... Это умер еще на подходах. Всех я их уже обобрал. Да, вот и никого у нас уже нету. Жалко, ну ничего.
принципе, как разница, как играть. Труп есть. 12 апреля, 14-33. Это уже история зоны, ну ладно. Просто я просматриваю, какие заметки нам добавляют, чтобы не пропустить ничего такого. Давайте все разрядим. Патрон 9-18, самый обычный. Тут у нас их 190 на штука. Но у Сидора мы ничего не купим, так что. Ну здоров. Здорово, ситуация прояснилась, вот она. Меч вообще. Тогда если да пойдешь на север через всё. Свалку. Я тут, короче, продал все артефакты, что можно было продать. И теперь я продам ему все пистолеты. Артефакты просто вот так вот продавать намного дешевле, а там мы просто взяли задание и тут же отдали артефакт. Ладно, с артефактами мы пока не будем прощаться. Дадим ему купную гармошку, это все. Дозиметр оставим. Даем их все. И нужно у него купить патронов. Калашников. Калашников. У него нет патронов, по-моему, калашников. 5.45. Я знаю, что 5.45, но их тут нету, ну ладно. Мне нужен обычный патрон. Вот. Вот так вот мы. Неплохо. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Все, а теперь мы побежали. Ну, за лис. Удачной охоты, сталкер. Теперь у нас есть и калашников. И такая штучка. Понятно. Ну, что я могу еще сказать? Сколько монстров. Боже мой. Ладно, побежали отсюда. Сохраняемся обязательно. Сейв будет 12 у нас. Так. У нас еще не лис пока, а железнодорожный насыпь, я вспомнил. Забыл я про то, что у нас еще нужно железнодорожную насыпь пройти. Так, ну должно было все туда упасть, если там вообще что-нибудь есть. Да, вот-вот. Ваша. Нельзя. Нельзя присоединить, а то у нас появились патроны к калашнику. Это просто вообще классно. Также давайте возьмем. Ой-ой-ой. Нормально, сразу повредил себе броник. Ах, придется аптечку жрать. Ну ладно. Небольшая потеря. Жаль. Расправимся. Железнодорожная насыпь. Сталкер. Мертвого новичка. Давайте посмотрим, скачем.
пытаюсь вычислить ее траекторию, но тут ничего не написано. А в реальном сталкере там немного даже написано о том, как преодолеть аномалию, но тут, я думаю, все легко. Просто будем ее не трогать, смотрим, как я делаю. Я думаю, все это знает. Оп. Они просто сейчас будут по порядочку исчезать и до конца так, а потом обратно будет появляться. Обыщем одну нычку. Вот так вот. Тут у нас что? Гранаты были, патронов 9-18 и пистолет. Пулемет вообще классная вообще штучка. Потом к ней у нас будет очень много патронов. Из одного тайничка. Ладно, побежали к лису, а то он еще умрет там. Не забываем сохраняться. Вот и наш лис. Вот так и загнешься. Не загнешься. Не за хвост собачий. Не забуду, мужик. Спасибо. Все. Так. Ждем. Осторожно, чужой! Так, давайте ему поможем собаку побить. Ничего себе. Просто с этими огнеметами его я просто его боюсь. Это он всех собак примочил, не я. Что думаете? Все, отбились. Давай, говори, давай мне мои 1500, я пойду. Ладно. Давайте пока обыщем тайничок. Есть как я допрыгаю? Еще чуть-чуть, я допрыгну. Сколько у нас бинтов? 13 бинтов. Что делаешь? Все. Я думал, ты что-то там собаку. Спрятаны вещи на кордоне. Давайте посмотрим, где это. Вот спрятаны вещи. На другую локацию. Бежим дальше. Дальше нам нужно поговорить с Серым. Серый у нас находится. Так, а вот и у нас спрятанные вещи. Вот так вот сохранимся. И вбегаем. Берем вещи. И убегаем обратно. Все, вот так вот делаем, потому что антирадов у нас нету. Были бы антирады, было бы все намного легче. В основном много патронов для калаша. И одни из них вот такие вот, с бабочкой. Крутые, короче. Так вот.
Пипец тут. Не знаю, есть ли у него что-нибудь. Есть ящик на блокпосте. Журнал скачанных данных. Опять эти зомби. Все. Рука, это хорошо. Помочь сталкеру — святое дело. Убирай ствол, мужик, а то разговора не будет. Окей, окей, ладно. Давайте побежим дальше по нашему заданию. Сейчас мы должны встретить радушные бандиты. Ну, я думаю, мы с ними справимся. Когда я проходил этот мод давно-давно, их было мало. Никого нет, их было всего двое. Давайте посмотрим, что мы нашли. Немного патронов и калашникова, который мы можем разрядить. Все, дальше, я думаю, у нас будет все то же самое, только уже на другой локации. А вот потом уже, я думаю, будет интересно, когда мы будем проходить сюжет уже там на радаре, вот это да. Я думаю, на этом стоит серию закончить. И пойдем мы сегодня на свалку, пойдем завтра, ну или когда будет следующий выпуск, я не знаю. Так что, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, если что не так, пишите в комментарии, ставьте дизлайки, не бойтесь, никто вас не убьет. Мне будет, например, понятно, если вы поставили дизлайк и написали комментарий, что вам что-то не понравилось, я буду пытаться это исправлять. Так что вот так вот. Так что вот так вот. И что еще можно сказать по этому поводу? А, ничего. Всего лишь я хочу с вами попрощаться на сегодня. Все. До свидания.